Сыроедческий тыквенно-морковный тортик. Вкуснейший, полезнейший, без сахара, без маргарина, без всего лишнего, без выпечки, без духовки. Делается просто. Напишу рецепт под видео. Так проще будет, просто он уже готов. И проще будет. Вообще вкусный. Здесь кокосовая стружечка немного. Финики для сладости. Морковь и тыква основа. Дешево и сердито. Классный тортик, вкуснейший. Вперед, делаем сласти.